Киеве вот открылась выставка Interagro. Здесь можно вот увидеть обновленный пикап Toyota Hilux. Вот особенность вот рестайлинг. Это вот накладки на открытках. И это главного вот мотор 2,8 литра, 204 силы. Машина представлена в топовой комплектации. В данном случае 1 300 000. И 8 литра, 204 силы. Toyota в этом году планирует еще больше вот укреплить свою долю на это рынке пикапов. Вот, вот такой вот дисплей вот увеличенного вот размера, мультимедиа щиток. Автоматическая коробка, шестиступенчатая кожаный салон, также в этой компании вот обещают скоро представить на нашем рынке Pro Ace нового поколения, фургончик вот разъездной. Спасибо. Так, что еще можно увидеть на выставке Interagro? Она вот открылась 28-го сегодня и будет проходить 3 дня. Видим прицепную технику, ТАТ, зерновоз. А, да, беспилотники есть. Так, завод Кобзаренко представил новинку. Мы ее уже видели по агро. Это вот зерновоз, полуприцеп. Он тут в паре с тягачом сидельным МАН ТГХ-18-440. Это мы. Интересный вот экспонат. Угу. Подкатный сидельный прицеп. Thank you.
тракторы. 50 это, скажем так, вот эти, которые китайские, но, знаешь, вот тут я могу путаться, BMW, ну, 110-й, который собран в Китае. Люди уже тоже наговорили. Зимой прогреть нереально, потому что в металле. Люди китайцы уже наелись. И Джон Дира китайского тоже. Ну неспроста ж кейсы. У нас две фирмы возили кейсы на Украину. Одни уже отказались, уже кейсом наелись. Тоже. Сапуны забыл прочистить, мне уже манжеты повыдавливало. Если подходить не надо. У нас стоит одна система очистки, как бы было смешки. Он заходит в квартиру, трактор сделан. Дан Агроэкспо. Тоже новинка. А вот скажите, пожалуйста, а это вот характеристики этого трактора, какая мощность у него? Мощность 50 конских сил, вантажеподъемность тонна 200, сам он важит 3 тонны. А это вы новый бренд, да, на нашем рынке, да? Да, или уже? Китайцы, это подраздел Юту. А, Тимус. А у вас можно взять? Да, ну, вот такие еще выставлены. 150, Т-150. И каже, воно буде мені все одно вигодніше, тому що в обслуговуванні, стандартизації. Дякую, дякую. Іван Петрович, сядь у кабіну. Да, я бачу, де знаю. Дякую вам. Техника Стас. Видим еще одну новинку, но мы ее тоже, конечно, уже знаем по агро летнему, но это ТАД, это зерновоз от украинского пропроизводства. У них уже конструкция попала.